Друзья, я снова всем привет. Ну вот, решился все-таки я выйти на Курский залив. Позвал меня Александр, который победил в розыгрыше призов. Как раз ему привез приманки обещанные, как бы приз. И вот мы выходим уже нашей компании на трех лодках. Курский залив, я на самом деле здесь очень провел много времени. Еще в свое время, когда, да, наверное, конец 90-х годов, начало 2000-х, все мы на грибных лодках. Моторы нам только снились, как вспомню, в одну сторону час с лишним грести и потом назад. И очень успешно мы тогда ловили. Ну а сегодняшняя задача — половить окуня. Будем ловить его преимущественно на выползка, потому что всегда помню, что он лучше клевал всегда здесь на выползка, нежели там на джиг, еще на что-то. Но будем перемешивать пытаться. И джиг, и удочки там, ну что-то будем экспериментировать, пробовать. Но в основном насадка будет выползок. Ребят, пока я тут заикарился, народ уже вовсю ловит. Мне это немножко посложнее, потому что мне пришлось становиться на растяжке. Потому что особенность лодки такая, то, что ее очень сильно крутит. Судак! Фига себе! Даже судака ребята поймали сейчас, пока я тут снаряжаю свою снасть. Значит, оснастился я скользящим поплавками. Потом попозже заряжу спиннинг. Сейчас вот вчера вязал. Ну, обычная своя инлайновая оснастка, только что единственное, наверх пришлось стопор прилепить. Взял с собой просто пару фидеров. Сейчас снаряжу крючки, насажу выползка и как бы будем пробовать. Поставил большие поплавки по 80 грамм. Ну, это так, что было. Я не стал там заморачиваться конкретно, тут подбирать какие-то конкретные снасти. Я сейчас настрою глубину. О, отлично. Сколько помню, окуня обычно клюют так мощно, поэтому поклевку всегда видно. Ну вот, делаем первый заброс, прям недалеко от лодки. Поплавки большие, будет, я думаю, видно хорошо поклевки. Ну а здесь, ребят, пока попробую вот такая немудреная снасть, как Александр посоветовал. Раньше мы ловили просто джиг, червь. И потихонечку медленной проводкой по дну. Но всегда на червя лучше брал. Не знаю, с чем это связано. Рыба. Ребят, еще поклевочка. Какой-то пошел синокосик на поплавки. А, неплохой. Ну, не огромный, конечно. Нормальная окуняра. Понял, ребят, в чем прикол. Поплавки немножко более грузоподъемные, чем груз. И получается, я туда кидаю, поплавочек на волне начинает привставать, и его потихонечку-потихонечку смещает сюда. И вот он едет, как бы сам себе подносит рано или поздно к окуню червя, и поклевочка не заставляет себя долго ждать. И как бы окунек клюет хорошо. Потому что сделал сперва, когда чтобы поплавок, ну, на месте стоял, как-то поклевочки немножко прекратились тут же. А вот он как бы привстает, везет поплавок по течению, по волне. И поклевочки есть. Вот он
Да, надо опускать. И тем самым еще как бы червяк на крючке начинает играть. Опа, и поклевка. Прям под лодкой. Зараза, червя стырил. Прям под лодкой, не надо недалеко отходить. Нет, касса. И кидать далеко не надо. Как бы получается, поплавок создает игру. Что? Вот так и кинем. Рядышком посмотрим. Вот волной он как бы притапливается. Можно еще как бы пониже стопора пустить. И как бы получается, что, видимо, скорее всего, на дне провоцируется игра. И поклевочка. Оп, нифига, блин. Нифига себе поклевка. О, смотрите, ребят, видали поклевку? Как, вот это я понимаю, окуняра. О, такой поплавок, как с добрым утром ему. Легко и просто. О, поклевочка идет. Тык-тык-тык-тык-тык, вот он, хватает. Зараза, сейчас потечет. Оп, есть. Офигенно, ребят, вот это рыбалка, блин. Спасибо тебе, Саня, за то, что напомнил мне, что такое Курский залив, блин. Как я здесь реально не был давно, вот на окуне конкретно. Поклевочка, ребят, офигеть. Ну, не очень крупный, но хороший окуняра. Такой вот красавец. Оп, оп, блин, сошел. Блин, вообще нифига себе. Никак засечь не могу, ребят. Просто сделал такую донку, как бы на свой короткий пикер. Давай, 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 загрызай. О, есть. И сразу же, пожалуйста, вот он. Блин, да что ты будешь делать? Клюет в основном на верхний крючок. Здесь немножко решил крючок повыше поставить. Это сантиметров, наверное, 30-40 от дна. И вот сразу же результат. Как бы другую снастку немножко сделал. И сразу же поклевочки, пожалуйста. Оп, о, попался таки. Ох ты, красавец. Сейчас на нижний крючок. Но он не на дне лежит, как бы, а чуть-чуть. От дна его специально приподнятым сделал. На себе сразу же поклевка. Так даже поинтереснее, чем на поплавке. Поплавки я забросил пока. Вот на эту клюет интересно вполне. Няра. Даже два, ребят. Офигеть. Дуплеты пошли. Какого красавца Серега, блин, взял. А, змееныша, блин. Ребят, чуть отвлечешь, и червя обжирает мгновенно практически. Поэтому надо глаз да глаз. Поплавки я уж совсем забросил. Вот ловлю чисто вот на этот самый уже. Как бы на кивок из подлодки получается. В отвес. Но клюет чаще на верхнего червя, поэтому нижний практически не всегда и трогает. Оп, поклевка, блин. А? Ну дубайся, дубай, поклевывает. О, хватает, хватает. Оп. Блин, исходит. Кончик в руку прям такая. Ну давай, давай, давай. Но единственное, что надо здесь уже, когда поклевка в руку, надо чуть-чуть подождать, чтобы он его заглотил. Потому что начинает щипать,
либо быстро-быстро к червя сожрет. Давай. Чуть-чуть подождешь, делаешь паузу, и в принципе схода тогда нету. Красавец. Супер. Есть, ребят. Отлично. Чес продолжается. Ну, сейчас как бы потише стало клевать, поменьше. Но, тем не менее, нет-нет, поклевочки присутствуют. Ну, еще в большей мере как-то на дальних забросах у лодки вообще погрызает ерш. Ну, как бы я уже у лодки отвес подзабросил пока. Там уже, наверное, червей и нету вовсе. О, так, красота. Поплавок далеко, но поклевку отчетливо видно по кончику удилища, как бы вообще, блин, офигенный такой. Сопротивляется неплохо такой, нормальный как бы, вроде бы. Ух ты. Хороший. Ух ты. Горбач такой. И крючки голые. Как-то проснулся снова клев. Как-то долго не клевало. Сейчас где-то была тишина, а тут опять что-то все проснулось. И понеслась, блин. Еще рыбалочка, друзья. Офигенная. Отлично, ребят. Офигенно. Сошел, нет, не сошел. Ух ты. А, подлещик. Небольшой. Что-то такое, друзья, подлещик. Но он какой-то с язвами. Я отпущу. Фиг его знает. Супер. Вот это чёс, ребят, конечно. Офигеть.
Так, оп, есть. Мелковаст, но приятно. Поклевочка, ребят, блин. Ну и рыбалка, конечно, сегодня. Давно у меня такого чёса не было. Красота. Поклевочка, ребят, блин, сорвала нас с якоря. Ветерочек чуть посильнее задул. Сейчас надо будет переезжать по новой, становиться на нормальную растяжку. Ух ты, дуплет таких, смотри, нормальных вообще. Офигеть. Нормальных добрых акушар. Что-то, ребят, после обеда клев как-то сошел на нет. Такие одиночные какие-то поимки только наблюдаются. Что в отвес, что заброс подальше, что поближе, уже пробуем все. Ну как-то, ну поклевки есть, но они стали более-менее редкими. Мало того, что к обеду поднялся ветерок, сперва был момент, и почему-то якорь перестал держать, и с изначального места нас стянуло. Ветерок сейчас опять подстих. В принципе, погода благодать, хотя в Накашире волнишка здесь такая, как бы, немного неприятная, обычно короткая, и с небольшого ветра, буквально там 3-5 метров в секунду, здесь может раздуть, будет здоров. Ну, потому что, вот, например, в Калининградском заливе немножко по-другому совсем вся волна устроена, там меньше ее раздувает, как правило, и там, ну, покомфортнее ловить, ну, и там поуже залив сам по себе размером меньше, здесь-то на порядок шире, если дунет какой-нибудь там восточные ветра, там, да даже тут северные бывало, что от берега, от лесного, такую волну раздувал. Что будь здоров. Че, ну, с другой стороны, чего греха-то таить? Надубасили мы этого окуня уже добро, там нормально наловили, поэтому вполне хватит. Так что, в принципе, долго уже сегодня ловить, задерживаться не будем. Скоро будем закругляться. Опа. Но, тем не менее, все равно какие-то поклевочки есть редкие. Вот такой вот, не особо крупный, ну, граммов 200 в нем есть, может, побольше. Есть. Офигеть. Эх, красота, ребят. Как-то не клевало столько времени, а тут что-то потихонечку пошло и поехало. Ребят, вроде как и домой уже пора собираться, а окунь не отпускает. Помню времена, когда мы сюда вообще приходили на веслах. Выйдешь на веслах, кинешь пару закидушек сзади и как бы волочешь за собой. И где поклевка, там останавливаешься и пытаешься поймать. Помню, после рыбалки придешь на берег, а это сейчас у нас там деревянное дно, жесткая палуба у всех практически лодок. Раньше какие лодки там были? Лас-5, там нырок. Придешь на берег и на карачках ползешь, ищешь пенек, чтобы присесть, потому что ноги просто отнимаются за целый день. Это сейчас можно тут и походить, и все такое, комфорт, можно сказать, ну, у всех практически в лодках. Опачки. Ну, ребят, сегодня душу, конечно, отвел, блин, по полосатому. Огонь, рыбалка, блин, вообще. Ух ты, подлещик. Эх,
десятки. Такую же. Поинтереснее такая рыбеха. Тоже с язвами. Ну, какой-то, ребят, тоже, блин, больной. Не знаю, не буду его брать. Какой-то с язвами. Очень часто, друзья, встречается такой некрупный подлещик в заливе, который какой-то весь с этими язвами. И по зиме попадались такие они. Что-то не знаю, не хочется такого брать. Что это болячки, за болячки, не знаю. Как-то где-то что-то читал, но уже забыл. Ребят, пора торжественно доставать садок. Нормально тут. Ну все, ребят, ну и надубасили, конечно, мы сегодня этого окуня. Сегодня у меня до ночи ждет работа по его разделке, потому что рыба офигенно вкусная, если делать. Я хочу ее в большей мере пустить на филе, что-то закоптить, что-то в духовке, конечно. В гастрономических планах рыба это офигенно вкусная. Поклевки продолжаются до сих пор, то есть рыба просто не отпускает. Вот уже я уже просто специально выкинул остатки выпуска, потому что ну не дают, столько закидываешь постоянно поклевки, вот особенно под вечер они идут. Ну, хочется чуть-чуть пораньше вернуться домой, потому что мне все-таки собираться уже в дорогу, потому что уже когда выйдет это видео, я скорее всего буду уже, наверное, в Якутии. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на канал, будет интересно. Следующее видео уже выйдет из Якутии. Поэтому всем желаю таких же рыбалок успешных, как у меня сегодня. Всем ни хвоста, ни чешуй. И до новых встреч на водоемах. Все, всем пока.